В Абинском районе полицейские задержали черного копателя. Прибыв по сообщению о хлопке в одном из частных домов, сотрудники полиции обнаружили схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Хозяин жилища оказался черным копателем. Используя металлоискатель, он находил в лесу авиационные снаряды, после чего распиливал их и сдавал в пункты приема металла. Разбирая очередную опасную находку, мужчина получил телесные повреждения. В его доме полицейские обнаружили около 200 граммов пороха и 16 осколочных авиабомб. Возбуждено уголовное дело за содеянное. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.